Все готовы, дети, да, капитан? Да, я пельмени доел. Теперь ем арбуз. А, там гречку с курицей. Здорово, работяги. Сегодня у нас челлендж, в котором они должны будут меня, как говорится, пытаться... Сосить. Согласен. И говорить Против. Мне слово «замри», чтобы я упал лишний раз. Окей. Дальше, дальше. Вот тут прям опасненько будет, на самом деле. Стоп. Ты договоришь, тогда, когда я вовремя успеваю нажать. Тихо. Я целый час играл. О, да. Не дошел даже до поездов. Мое любимое место. Здесь, когда 140 пролетаешь. Да. Главное самому не полететь. Нафиг. Шкере. Знаешь, как неприятно ходить по этим трубам, это трындец. Знаешь, как неприятно говночистым их чистить. Согласен. Так что не жалуйся. Ну вообще Давай будем говорить на языке фактов. Фух, я дебил. Что я могу сказать? Факт. А чё ты, Богдан, не хочешь пойти? Это же шикарная игра, обожаю её. Не суицидник, извини. Согласен. Те, кто любит... Так бустанись. Да куда, я не хочу, нет! Ладно, ради тебя, Богдан, ради тебя, просто все ради тебя. Ради тебя. Замри. Я ненавижу эту игру. Да ну нафиг, пойду за лифтом, все, плевать вообще. Ну, вообще, я мечтал о таком, на самом деле. Да что? Что? Ладно, это там... Круто, но все, я застрял. Что? Что? Сломал, ты все сломал. Только не говори, что он упадет на меня. До свидания. Да блин, иди вниз! Что я опять натворил? Что с ним? Что ты сейчас ешь вот именно в данный момент? Арбуз. Ну вот. А я что ем? А я ем более отчаяннее. Уважаемые зрители, в этом ролике присутствуют элементы экстремизма. Пожалуйста, не повторяйте такое дома. Это влечет за собой огромные проблемы. Мы никого не призываем к действию, это просто игра. Сейчас бы найти дома такие трубы, ты собака. Вот, надо лапу. Вон видишь, рядом пустой никому не нужный пакет чипсов. Вот он на тебя похож. Приятно, понял. Это понял. Что за буст был? Ты это... Ты понял. Ты чё, дурак? Я думал, ты упадёшь. Понял. Я тоже думал, что я упаду. Артурчик ливнул, он не выдержал. Я вот этого не выдерживаю. Опа. Я хочу, чтобы ты сейчас выскользнул влево и упал. Да я не могу ничего сделать. Да живи. Нет. Да нет, блин. Я реально ничего не могу сделать. Да как так? Как? Ну, попробуй вправо сдвинуться. О, замри! Нет! Я вовремя на пробел нажал! Я нажал на пробел просто и полностью руки убрал. Ты не замер, как я сказал. Так я руки убрал! Голубой вагон бежит, качается. Рот закрой, пожалуйста, дебил. Ладно, как здорово. О, вот смотри, отходы, прям как ты. О, спасибо. Вот селфи со мной. Автоселфи. Автобиография. Автопортрет. Согласен, я забыл это слово. Да не хочу туда. А как? Не, ну это ненормально. Давай. Че, подскользнулся? Давай. Я даже ничего говорить не буду. Я дальше не походил. Все, я... У меня же лампа моргнула. С кровати вверх посмотри. Да я знаю, там трындец. Она сократит путь, но, блин. Все нормально. Ладно, я пойду по... Бочкам! Нет! Это ты виноват! Картина маслом. Маленький пи***дюк падает с обрыва. Давай еще отсюда пи***дюк. Мало тебе страданий было. А, классно, теперь ты залезть. Обожаю. Я ненавижу создателя. Слева наверх заходи. Дебил. Вон туда, да. Нет! Зашел! 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 Просто туда. Это самый эпичный выпуск сонляпа в моей жизни.
Убейте его, пожалуйста. Старт! Обосрался. Для кого старт? Зачем я тебя звал? У тебя плохая аура. Поделись арбузом, а? Арбузенок. Ты абьюзер, понял? Ага. Я даже не знаю, что это значит. Не разбираюсь в ваших там всяких вот этих вот умных современных словах. А бись, а курицу ем. Ты только что арбуз ел. Меня, блин, сожри. Другому не мешает. В туалете сидеть 10 часов тоже, в принципе, ты никому не мешаешь. Главное, вот если он упадет, я сожру игру. 100 тысяч лайков, и я снем компьютер на видео. Бекин реально набирает. Просто гений. Просто гений. Второй буст подряд. Ты просто дебил. Ну зачем ты это делаешь, боже? Я упал максимально тупо. Причем два раза. Давай на кровать, упал. Иди нафиг. Вон, направо иди. Куда он? Да-да. Кайф. Почему некоторые могут пройти ее за несколько серий? А я за несколько серий могу упасть разными способами. Перерыв на анекдот. Что видит оптимист на кладбище? Что? Одни плюсы. Я смеюсь, потому что у меня нет нервов. Ну, ты понял? Я понял. Я понял, что я дебил. Эта игра делает чувство. Чувство тебе дает, что ты сам виноват, что ты вот просто вот не можешь запрыгнуть, потому что твоя типа вина, и ты вот, ну... Да это игра тупая, не могу запрыгнуть. Вот, там, всё, там дед. Закончили. Там, подожди, куда мне? А, мне по трубе. Сейчас, погоди, посмотри на него, это кто? Не знаю. Челлендж в комментариях, кто напишет вот этого деда, как, кто это? Он похож на этого. Ну, Лермонтов какой-то, не знаю. Нет. Не Лермонтов, этот, а Толстой. Да. Возможно. Либо Туркменев. Так, подожди, есть туркменские тараканы. Тургенев, может? А. Гений. Просто гений. Что? А, я думал, по этой штуке лезть надо. Что? Смотри. Да ведь тихо. Не надо, не тут. Смотри. Ты... Я из-за тебя пробел не нажал. О, фига ты стоит. Где я? Ты... Ты только меня понял? Это там вначале пел. Что? Все будет плохо. А! Б. Опа. Че там было? Ну, только что чуть в Хогвартс не отправился. Уже летать научился на летающей тарелке. Ой, на чем они там летают? Через стену. А с этой локации ты максимум куда попадешь в канализацию? Я могу нафиг пойти! Просто гений! Ой-ой-ой, засейвил. Ну и какой это тринде. Подожди, то есть я в тот раз упал из-за твоего замри, да? Да. Я вот только сейчас понял, что это не моя вина. А ты сейчас хорошо подумай. Зачем ты мне сейчас это напомнил? Да уж. А, нет! Просто гений! Просто гений! Не поезд! Надо поезд! Что? Что? Вся да что? Жизнь а! Впереди. Я в стиралку попал! Да что, да что с игрой? Надейся и жди. Просто гениально. Я пытаюсь словить. На просто колено, с ноги. Разворота ушатал бедной невинной маленькой девочке. Что мне стояли, не любовали. Они ржут надо мной, вот реально, я вот упал сюда, и они такие, о-хо-хо, лох упал. Да-да-да. На. Бедный мужик прям по яйцам. Я буду в шоке, если ты сейчас забагаешь игру и провалишься вниз под текстуры и так и не выберешься оттуда. Ты сдох в Only Up. Ты понимаешь, что ты сдох в Only Up? Ты здесь невозможно сдох. Внимание, она закончится. Ты сдох в игре, в которой, в принципе, разработчики не предусматривали. И что это? Эпилепсия. Пиздец.
Мелкий пиздюк нахуярился с утра. Пивка. Вон, да, пивка лежит. Фига могу мяч, смотри, хобочки, чё. Месси. Ща кого-то будет, ща. Мяу. Карабесит. Гол! Вот просто лайк. Сказал же, что смогу. Не, ну опять эпилепсия. Ты просто дебил. Пошел Жигуль чинить, в итоге все. Все. Перечинился. Ну все, с гаража обратного пути нету. Да, все, стал этот автомехаником. Решил чинить ласточку, все, теперь на пожизненно. Опа, уфига! Чертухи вытащился. Потиснулся, все, да ну нафиг эти баги. Гений! Просто гений! Гениален! У него ноги согнулись, а ноги сломал только что при мне. Он там уже этих коленей переломал, он их просто в тумбочке держит. Да ну солит уже. Колеса. Да ты дебил. Я обожаю. Я до 5 утра сидеть не буду. Я больше не буду проходить, да ну ее нафиг. Все, с вами был Макс Плакс и Анпавов. Не, скажи пока, я реально прощаюсь, я не собираюсь. Давай наверх, дуй. Да не хочу я больше. Скажи пока. Пока что не скажу. Да ты достал, ты разбудил человека. Кто крякает, гусь или утка? Утка. Богдан. Это ты типа так пошутил, да? Да, нужно было сказать бадумс. Все, шутка далась. Ага. Такой, из-за тебя, что? Он еще и под... Да ты достал озвучивать мне все видео. С вами был Макс Клакс и Анпава. Обязательно будет видео, которое у вас на экране. И всем пока. Удачи.